Здравствуйте! Сегодня приготовлю котлеты из фарша с квашеной капустой. Рецепт простой, быстрый, котлетки получаются вкусными. Для приготовления нам понадобится фарш, квашеная капуста, яйцо, репчатый лук, панировочные сухари, манная крупа, соль, перец и масло для жарки. Подготовим фарш. У меня фарш куриный, 1 кг. В фарш нужно добавить 0,5 кг квашеной капусты. Капуста у меня своя. Рецепт капусты можете посмотреть у меня на канале. С капусты нужно убрать рассол. Капусту нужно измельчить. Репчатый лук. Вот такая головка лука. 150 грамм. Нарезаю мелким кубиком. Добавляем фарш. 2 куриных яйца. Неполная чайная ложка соли, черный молотый перец по вкусу, шесть столовых ложек манной крупы. Тщательно перемешиваем. Теперь нужно запанировать в панировочных сухарях. Формирую такую котлетку, обваливаю в сухарях. Вот такое количество котлеток у меня получилось. Часть я сейчас поджарю на сковороде, а часть заморожу. Замораживаю я просто. На пищевую пленку выкладываю котлетки. Помещаю в морозильную камеру. Когда котлетки застынут, я их перекладываю в пакет для дальнейшего хранения. Это очень удобно. Между собой они никак не прилипнут, хранятся по отдельности. Очень удобно потом будет готовить после разморозки. В сковороду наливаю масло, примерно 50 мл. Нагреваю. Выкладываю подготовленные котлетки. Обжариваем с каждой стороны примерно по 5 минут до золотистой корочки. Обжариваю на второй стороне 5 минут. Закрываю крышкой и готовлю каждую сторону еще 3-5 минут. Наши котлеты из фарша и квашеной капусты готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео.